есть. Отосеть. Анатолий Леонидович. Да. Добрый день. Это вас беспокоит Деньгин Владимир Евгеньевич, депутат Государственной Думы. Анатолий Леонидович, да, насколько я знаю, вы являетесь генеральным директором управляющей компании, да, Управдом? Да. Вот ко мне приходили на встречу жители по адресу проспект Ленина 49Б и говорят, что у них периодически отключается вода и нет контакта с вашей управляющей компанией, которая на данный момент не может эту ситуацию устранить. Сколько они не обращались, ну, как бы, а вот она не там. Не можете мне прокомментировать ситуацию? Легко. Так. На подводящей трассе были проблемы с обраткой. На сегодняшний день ресурсоснабжающая организация, ну, проблему решила. На сегодняшний день на доме проблемы с горячей водой у нас нету. Но они говорили мне о том, они мне, я прошу... Перед Новым годом эта проблема была, сейчас она решена. Они сказали, что они уходили сегодня, что... Сегодня уходили, сказали, что воды горячей нет. Правда, что там комиссия, главный инженер, пускай встречаются, там вопросы... Здесь никогда, да, если человек пришел бы к нам, я даже в неприемный день никогда никого не посылаю никуда. Всегда готов разговаривать с человеком. Я понял. Анатолий Леонидович, у меня к вам большущая просьба. Вы проконтролируйте, пожалуйста, ситуацию, связанную с горячей водой, потому что, насколько я знаю, когда они уходили, ее не было. Ни тепла, ни горячей воды. Будьте добры, проконтролируйте, пожалуйста. Ладно, я просто не хочу писать. Да, сегодня? Да, сегодня, да, они уезжали из дома, опять та же самая ситуация. А не подскажете номер квартиры? 38, по-моему, 38, да. Ну, я сейчас туда отправлю людей. Да, буду очень признателен. Спасибо огромное.